Привет, мне кажется, ты задавался вопросом, куда делась наша собака. 2 месяца назад нам пришлось отдать ее родителям, чтобы уехать отдыхать. Сейчас же настал тот день, когда эта рыжая бестия к нам вернется. И мне очень интересно заснять ее реакцию на хозяев, которых она не видела довольно долго. Я дам тебе 200 рублей, и мы не будем брать собаку обратно. Ты что, шутишь, что ли? Окей. Я бы выбирала между отдыхом и собакой, и выбрала собаку. Ага. Я дам тебе майонез, и мы не будем брать собаку обратно. Ты что, тю-тю? Слушай, если ты не в курсе, у меня есть 2-й канал с влогами. Прямо сейчас там вышло новое видео, а точнее влог, где я с братом забираюсь ночью на крышу заброшенной церкви. На канал стоит подписаться хотя бы потому, что этот могут опять заблокировать, а так будешь знать, где меня искать. Ссылку на него оставлю в описании, пожалуйста, подпишись. Это же так просто. Единственное, чем мне не нравится присутствие собаки в квартире, это шерсть. Она постоянно везде ее оставляет. Через час приедет собака, а у нее даже ничего не накрыто. Вот так вот ты, получается, собаку выстрелишь, да? Не гостеприимненько. Иди в магазин, сходи за гречкой, за курицей, буду готовить. Только и может меня в магазин посылать больного с соплями. Чтобы я дома сидел. Но нет, Андрей, мучайся, ходи по грязи, зарабатывай простуду и наконец-таки купи гречку с курицей. За что мне такая жизнь? Пойдет? Нет, филе надо, сказала. В смысле, курицу ты сказала? Встали на разные углы комнаты, чтобы посмотреть, кого выберет Луна. А прикинь, если она затупит и никуда не пойдет, затриггерит и остановится на середине комнаты. Только нормально, ты чего все ближе и ближе-то становишься? Я не понял. Мне кажется, она пойдет ко мне, кто ближе. Роза уже сомневается в своей собаке. Не сомневаюсь, она у меня самая умная. Но такая. Все, по-моему, пришли. О, заходят. Она выбрала Розу. Я второго выбрала. И все, это все, что ли? Ну вот, как вы понимаете, кто что заслужил. Нет, ну, какая. Как грязно. Какая большая. Красоточка. Конечно, весь деревенский дух об нашу кровать вытери. Вышли погулять, и походу Луна опять устроила челлендж, весь день выгуливаем собаку. Она идет непонятно в каком направлении и жрет непонятно что. А, закладку ищет. Так, Роза увидела голубей и решила их погонять. Так, одну прогнали, а Луна такая, как сторожевая собачка, охраняет Розу от голубей. Пытается напасть, голубь убегает, и ничего не произошло. Обломались обе. Луна встречает красивую собачку без намордника, причем и поводка, и на нее набегают оба пса. Знакомство довольно приятное происходит. Каждый понюхал жопу товарища, и все. Знакомство прошло успешно. Ага, застолбил, красавец. Так, Луна так прочекала, все нормально. Это оказались друзья Луны, если чего. Они вреда никакого не принесли бы. Только что пришли сюда, и Роза сказала, да нам тут делать нечего. Мне кажется, или тут что-то изменилось? Деревья. А, да, и снег пропал. Кто-то копал яму, чтобы сбежать отсюда. Местность окружена забором, выбраться отсюда довольно сложно. Поэтому пришлось делать подкоп. Почему-то посередине этого. Ну ты что, думаешь, собаки умные, что ли? Поэтому и посередине роют. Авось повезет. Авось попадут. Роза, короче, пришла после прогулки, поставила курицу и уснула вместе с собакой. Правда, собака сейчас проснулась. Нагулялась. Устала. Нагулялась. И твоего рта воняет. Воняет какахами. Наши главные герои проснулись, и сейчас Роза хочет показать мне один фокус.
И такая продрифтила и спокойно пошла за мячом. Для фокуса понадобится простынька, одна роза, собака и все. Собака стоит увести подальше от розы, чтобы было какое-то расстояние. Лунен, расскажешь, как готово будет. Так, чипсами нельзя ее кормить, так что просто поманю вот так вот эту дурочку рыжую. Она, надо так, чтобы она сидела просто и смотрела. Луна, я тут! Она еще за чипсы ходит. Смотри, Луна! Выходу, она ничего не поняла. Ее больше чипсы беспокоят. Ну попробуй еще разок. Луна, смотри на меня. Мы с тобой играем в прятки. Она такая думает, ну это в порядке вещей. Такая, ну попробуй еще как-нибудь меня развеселить. Ты овца. Мы, значит, ей куш наложили, встретили, так сказать, с добрым словом. Показали ей фокус один, и вообще по барабану. Даже я чуть ли не поверил, что ты исчезла, представляешь? Здрасте. Дай лапу. Другую лапу. Лежать. Луна сразу наигралась, и теперь пора проверить ее на внимательность. Да? В один из этих стаканчиков я положу одну чипсу. Размешаю эти стаканчики и посмотрим, какой она выберет. Луна, смотри, кладу вот в этот фиолетовый стаканчик одну чипсу. Вот. Размешиваю. Где чипсы? Лапы покажи. Она пока думает. Где? Три стаканчика всего. Перед ней прям поставь. Дам небольшую подсказку. Так она не поймет так. Луна. Где чипсы? Языком. Молодец, ты выиграла. Еще одна чипса. В этот стаканчик кладу. Закрываю. Где чипсы? Нет, не отгадала. У тебя 50 на 50 осталось. Где чипсы? Ладно, опять дадим ей подсказочку. Ты победила. Вот твои чипсы. Луна, если ты направо посмотришь, то увидишь своих приятелей. Новые знакомства, опять-таки. Рядом черный Жорик, слева непонятно кто. Так смешно бегает. А может, это Жорик. Сама Луна в два раза больше, чем собачки. Луна, аккуратней. Пошли приятели поиграть. Да они боятся ее. Кранина, дура такая. Все, обиделся. Ладно, наигрался. Так, еще одна мелкая собачка. Мопсик. Только не играться, Луна. Уже это боится. Луна, ты че? Такой малой. Маленький пацаненок. Играйся. Играть хотела. Запутались. Гриша. Вау, ну поаккуратнее тут уже надо быть. Что тут у вас вообще происходит-то? Как эта игра называется, когда все? Луна, ну блин! Повалил. Мужичок. Ты белая, тебя мыть надо. Все, хорош, ты уже тоже. Наигралась. Она никогда не забудет этого кавалера. Как ты видел, мы ушли от этой черной собачки по имени Гриша и пошли дальше. Далее нам встретился пес размером с Луны, и она начала с ним знакомство. И спустя пару минут... И вон он малой идет, тренировать будет сейчас. И тут же они начали выяснять отношения. Такая, Луна, как ты могла найти себе нового кобеля? Такая,
Джон, ты неправильно понял меня. Нет. Олеже, куда ты? Вернись, Олеже. Сейчас вы увидите редкое явление. Собака под спидами. Эта сучка все-таки нашла ту закладку, которую искала. Огромное спасибо за просмотр. Еще увидимся.